Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня мы украшаем новогоднюю елку. Ура! Наконец-то мы дождались! Мы очень любим Новый год. Да. Марик, а что нам для этого нужно? Игрушки. Игрушки, а еще что? Елка! Какая красивая и большая, да, Марик? А чем же мы будем ее украшать? Игрушками. Елочными шариками? Да. И это все? Сейчас. Вау. Все, теперь мы готовы. Мой Новый год любимый. Сюда. Может быть, наверх ее повесим, чтобы ее хорошо было видно. Давай. Какая красивая, самая красивая игрушка у Марика. Да, Марик? Вау, супер! Мне очень понравилась елка и мне понравился процесс украшения. Марик, по-моему, чего-то не хватает. Гирлянды! Точно! Ух! Прикольная елка, правда? Мне вообще понравилась и гирлянда, и игрушки. Гирлянда, Марик, но игрушки. Знаешь, что чего-то все равно не хватает? Знаешь чего? Мишуры не хватает. Да. Ну что, давай начнем украшать? Марик, мне кажется, что это слишком долго. Долго, да? Марик, давай ускорим процесс и немножко поколдуем. Абракадабра! А где елка? Марик, мы, по-моему, перепутали заклинание опять. Давай еще раз повторим заклинание. Абракадабра! Марк, какая красивая! Марик, супер! Красивая, правда? Марк, супер, супер. Знаешь что, Марик, чего-то не хватает. Елочка чувствует себя одиноко здесь, видишь? Давай поставим мягкие игрушки под елку. Да. Марк, у нас получилась очень красивая елочка.
но к нам до Нового года и до Рождества в гости придут Дед Мороз, Снегурочка, Снеговичок, пингвинчики к нам в гости зайдут, может быть, олени даже зайдут, да, потому что обычно они паркуются снаружи, но я думаю, что они зайдут в гости, и белочки зайдут в гости, и зайчики, да? Я думаю, это хорошая идея. Да, Марик? Да. Так. Марик, смотри, у нас даже есть орешки для... белочек. На, поставь. Это мои любимые чипсы. Марик? Ну что, Марк? Мы готовы? Ёлка готова? Да? Да. Угощение готово, ёлка готова, и мы готовы ждать Деда Мороза, Снегурочку и всех его друзей. Да? Да? Ну что, на этом мы закончим сегодня. Да. Мы очень любим нашу ёлочку. Пока-пока. Пока-пока.